Армянский танец врэш, что в переводе означает «месть». Танец символизирует готовность армян защищать родину и сражаться за нее до конца, постоять за себя и свою семью. Ученица 55-й самарской школы знакомит других с культурными обычаями своего народа. Девочки танцуют в национальных армянских костюмах. Синий цвет символизирует воду, ну как вообще принято. Вот этот вот костюм, вот эти вот бусинки, они символизируют защиту. Вот голова, головной убор на это. У всех женщин есть и фата обязательно, как оберег она. Косички длинные, это тоже обязательный символ наш народный. Всемирный день гармонии в школе проходит под девизом «Мир и дружба народов». Ребята, которые посещают здесь лагерь дневного пребывания, разделились на группы, и каждый представляет определенную страну – Армению, Финляндию, Грецию. Рассказывают об обычаях, особенностях и обязательно танцуют. В наших классах учатся ребята разных национальностей, и поэтому мы все друг другу братья, родные люди. Преследуем, конечно, цель воспитания ребят в духе патриотизма, любви к своей родной отчизне, к своему родному городу, при этом воспитание толерантности, терпимости друг к другу, нравам, национальным обычаям. В День гармонии в школе проходит выставка национальных головных уборов. Каждый имеет свою историю и символы. Ребята могут примерить и сфотографироваться в любом из них. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, «События».